Doamnelor și domnilor, Hristos a înviat! Sunt Ludmila Barbă și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Dimensiunea Diplomatică. Invitatul nostru de astăzi este excelența sa, ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova, domnul Kęstutis Kudzmanas. Господин посол, добрый день. И огромное вам спасибо за то, что вы согласились принять к себе в гости в посольство и ответить на наши вопросы. Спасибо. Господин посол, 9 мая страны европейского семейства отмечают традиционно День Европы. Но, как мы знаем, у Литвы, так же, как у Молдовы, есть советское прошлое, есть где-то 4-5% русских, которых проживают в Литве, есть, наверное, какая-то небольшая часть, но все же ностальгирующих по СССР людей. Вот в этом контексте отмечается ли в Литве 9 мая День Победы? И существует ли такой же диссонанс к восприятию этих двух значимых дней, скажем так, в менталитете литовцев? Действительно, вы правильно сказали. Я бы, может быть, даже не выделил русскоязычное население, может быть, это уже вопрос поколений, сменяющихся поколений, потому что вот этих, которые действительно правильно подметили, с одной стороны, русскоязычные, с другой стороны, кто-то процент ностальгирующих по прошлым временам, естественно, что осталось, но их все меньше. И если сказать про День Победы, то, что 9 мая вы упоминаете, в Европе 8-го, здесь 9-го, посольство России проводит мероприятия в Вильнюсе, в Клайпеде, Поневежице, в больших городах Литвы проводятся мероприятия, возложение венков к могилам, собирает в некоторых городах несколько десятков, в других случаях, может быть, побольше собирает, но это не является массовым таким-то, каким-то праздником, потому что Литва чувствовала, что мы оккупированы, мы, значит, как бы сказать, жертвы прибалтийских стран, в том числе Молдова, пакт Риббентропа-Молотова, даже в советское время, когда шли танки, парад был, мы чувствовали, что это как бы, ну, мы оккупированы. Это, об этом и говорит и то, что 10 лет после войны в литовских лесах партизаны воевали против Красной Армии за независимость Литвы, ну, пытались как-то восстановить, препятствовать. Может быть, поэтому в Литве и действительно, как сказали, 4-5% русскоязычного, в других странах бывшего Советского Союза больше намного. То есть не было даже в советское время Литва популярна для миграции русскоязычного населения. Говорю, этому и способствовало и партизанское движение. 30 тысяч наших партизан где-то воевали 10 лет против Красной Армии в литовских лесах. Конечно, это историческое прошлое до сих пор мы помним, и мы празднуем как бы другие праздники. Уже для нас 9 мая уже День Европы. Господин посол, в этом году исполняется 30 лет со времени развала СССР, поэтому хочешь не хочешь, мы вглядываемся в прошлое. И вот после развала прошло очень-очень мало времени сравнительно, когда Литва уже избрала свой путь евроатлантического развития. Были ли тогда другие варианты? И что побудило вот именно вступить, как бы уйти из одного союза и вступить в другие? Действительно, в 90-м году, уже в 90-м году в марте, Литва первая объявила о выходе из Советского Союза. Это был смелый шаг. И не менее смелый шаг был тем, что через 2 месяца Молдова признала литовскую независимость. Благодарим людей Молдовы за это. И начали дискуссии, как же восстанавливать свою независимость, как гарантировать безопасность страны и развитие страны. Эти дискуссии затянулись. В нашем случае они затянулись до 1994 года. То есть не было сразу, что мы пойдем этим путем или другим путем. Были разные варианты, обсуждались наши и политические силы, и общественные организации, и партии, то есть обсуждали разные варианты. Остаться нейтральной страной, например, Молдова или Швейцария, или там другие страны, не присоединившиеся. Сделать какой-то блок балтийских стран, скажем, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, какой-то маленький блок делать. Или все-таки присоединиться к какому-то перспективному развивающемуся блоку. Для нас это был блок Евросоюза, если говорить об экономическом развитии. То есть сама цель была развитие страны. А уже средство обеспечения этого был Евросоюз. Если мы говорим, что цель – безопасность, то мы выбрали тоже после 4 лет дискуссии, что мы присоединяемся к НАТО. Для самих НАТО и Евросоюза, я знаю, что это был шок, когда мы в 1994 году объявили, что мы просим принять нас. И действительно, тогда начались домашние работы уже со стороны Литвы. Мы 10 лет к этому готовились. И в 2004 году, то есть после 10 лет развития, уже внутреннего развития, сильного развития, кстати, мы стали членами, полноправными членами и Евросоюза, и НАТО.
Господин Кузьманас, 1 мая исполнилось 17 лет со дня вступления Литвы наряду с другими 9 странами в Европейский Союз. Что приобрели литовцы за это время? Означает ли, что одновременно со вступлением в Европейский Союз как бы по себе решаются внутренние и внешние проблемы? Или это всего лишь оболочка, своеобразное пространство, климат такой, а нужно все-таки самим как-то работать и действовать? Уже до вступления в Евросоюз мы делали кардинальные решения. Мы меняли нашу экономику, обучали госслужащих. Этот процесс занял нам 10 лет. До вступления в Евросоюз мы сделали колоссальные инвестиции в инфраструктуру Литвы, в наш порт, дороги наши. В прошлом, в советское время, все дороги вели в Москву, то есть из Риги в Москву, из Вильнюса в Москву, из Варшавы в Москву. А между нами была слабая инфраструктура. Мы начали новые проекты север на юг. Стали на Риге, на Литву, на Варшаву. Это Виа Балтика. Энергетические проекты связать Литву с сетями Швеции, с Польши. Это и газовые сети, и электрические сети, то есть трубопроводы новые. То есть мы создавали альтернативную инфраструктуру. Это заняло много лет, и это до сих пор продолжается. И после вступления в Евросоюз мы еще более скачкообразно начали развиваться. Моя обязанность хвалить Литву, конечно, что мы являемся самой быстро развивающей страной в Европе. И которая меньше всего пострадала от пандемии экономика. По сравнению с другими двумя прибалтийскими странами. Это показывает, что наша экономика диверсифицирована и имеет какие-то там амортизационные ресурсы. Конечно, пострадала, но мы и восстанавливаемся, и прошлый кризис показал, что литовская экономика, она способна быстро восстанавливаться. Мы привели возможности. Вы знаете, что Евросоюз – это возможность для всех. Конечно, надо накачать мышцы перед тем, как идешь на ринг. Но мы устояли. Мы, это наше конкуренционное давление от Евросоюза, устояли. Успешно развили многие отрасли, создали много отраслей. Литва – страна уже перспективных технологий, биотехнологий, информационных технологий. Конечно, сохранили и агросектор. Евросоюз нам дает возможность всестороннего развития. Конечно, я должен сказать, что мы и получаем солидную макрофинансовую помощь от Евросоюза, где-то 2 миллиарда долларов в год, которые идут опять же, на проекты окружающей среды, очистительные какие-то сооружения, какие-то фильтры очистительные, чтобы не загрязнять атмосферу для наших электростанций и тому подобное. Но Литва пользуется теми возможностями, которые нам дали для Евросоюза и для студентов. То есть наши студенты обучаются уже во многих вузах, уже приходят с новыми знаниями в Литве. Мы привлекаем студентов и в Литву. Это очень у нас большой процент иностранных студентов. То есть Евросоюз – это прежде всего возможности, которые мы сами уже должны суметь этим воспользоваться. Еще до вступления в Европейский Союз Литва, как вы уже отмечали, вступила в НАТО. Это было в конце марта, насколько я помню, 2004 года. А вот это членство в НАТО, каким образом оно изменило структуру безопасности страны? Действительно, цель является безопасность, а средства обеспечения – это НАТО. Это, значит, мы под общим зонтиком НАТО. Мы не только берем, мы тоже и даем. Вы знаете, что НАТО рекомендует своим членам, значит, самим инвестировать в оборону. И мы это делаем. Мы где-то 2% от ВВП отдаем средствам оборонному нашему сектору. Это около миллиарда долларов. Может быть, для Молдовы миллиард долларов кажется много для Министерства обороны. Но по сравнению с тем, что бюджет всех стран НАТО, суммированный бюджет, 1000 миллиардов, то есть 1 триллион долларов, то есть мы, вкладывая, опять же, не в НАТО, в себя вкладывая всего лишь 0,1%, мы получаем гарантии огромнейшего, самого большого блока в мире безопасности. Это дает не только безопасность, и не только модернизацию наших вооруженных сил. Мы привлекаем, это часть солидарности, скажем, у нас нет самолетов, у нас дежурят, значит, воздушная полиция стран НАТО, ротация каждые полгода там. Все, то есть Турция, там Австрия, Греция, Германия, то есть на основе ротации Бельгия меняются. То есть это тоже солидарность какая-то. Когда изменилась обстановка в Украине в связи с событиями и, значит, оккупация Крыма, значит, события в Восточной Украине, то есть агрессия со стороны России такая, мы почувствовали, что мы не совсем безопасны, может быть, потому что и Калининградская область, с одной стороны,
Сувавский коридор, в Беларуси учения совместные проходят. Мы попросили страны Балтии, Польша попросила, чтобы, значит, ввели тоже как солидарность там маленькие ограниченные контингенты в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, другие страны НАТО. Скажем, у нас там есть общий батальон, немецко-голландский батальон, там 400 человек, это, кажется, для войны это вообще ничего, если конфликт, но это чисто солидарность, понимаете, солидарность и, как мы называем, сдерживающий, сильный сдерживающий фактор. Но самое главное, что нам надо дало НАТО. Пятая статья. Да, если одно нападает, значит, все защищают, правильно. Это главный принцип стран НАТО. Если одному напали, все защищают. Я бы обратил внимание не только на безопасность, то, что дало, значит, НАТО. Есть вторичный очень сильный эффект. В безопасную страну идут инвестиции. И мы привлекли за 10 лет десятки миллиардов долларов инвестиций в новые технологии, в мировую инфраструктуру, в порты. И это опять дало дополнительный толчок, опять же, для экономики и создания новых рабочих мест. То есть в безопасную страну идут и инвесторы. Инвесторы смотрят, где безопасно, где перспективы развития. То есть симбиоз НАТО и Евросоюз дает нам большой толчок для внутреннего развития. Вы только что отметили, что между Литвой и Российской Федерацией не совсем простые отношения. Не только с Литвой, и с другими государствами соседними. С другой стороны, у Литвы есть общая граница с Калининградской областью и с Белоруссией. А как Вильнюс официально оценивает те события, которые происходят в последний почти год в Белоруссии, и те переговоры, которые ведутся об объединении Белоруссии и Российской Федерации, что означало бы в результате, что у Литвы будет достаточно большой сегмент общей границы с Российской Федерацией. Правильно подметили, мы хотели бы иметь дружественные отношения со всеми странами, особенно с соседними странами. И чтобы наши партнеры были как бы предугадаемы. Любые партнерские отношения – это тоже так называемый контракт. Везде есть как бы верховенство права. Все играют по общим правилам. Если страна меняет правила под себя, это уже как бы дестабилизирует и международную обстановку, и с другой стороны, опять же, должны быть правила не только с соседями, но и внутри страны. То есть, если мы говорим про демократию, а не иллюзию демократии, то есть про права человека, мы думаем, что как у нас, так и у других должно быть, потому что, чтобы не страдали народы от каких-то там диктаторских или авторитарных режимов. И действительно, то, что случается, скажем, опять же, в Беларуси, то, что случилось, мы видим, значит, один из лидеров оппозиции Тихановская, она приехала в Литву, не признает результаты выборов. Волнения, которые происходят, мы не можем не реагировать, потому что это наш прямой сосед. И опять же, тоже общеисторическое прошлое. Если посмотреть там более глубокие века. Там. С другой стороны, Минск обвиняет Литву в вмешательство во внутренние дела. Может быть, прямых таких обвинений нет, потому что мы не вмешиваемся никак. То есть мы показываем, как мы живем, и предлагаем другие тоже жить по общим правилам. То есть то, что или права человека, или какие-то демократические, верховенское право. То есть, и мы возмущаемся, если кто-то там начинает манипуляцию. То есть мы максимально открыты. И мы, показывая, как мы живем, даем пример других. Если какие-то волнения начинаются, мы обязаны как-то реагировать. Мы там видим, что Белоруссия там уже танки подводят свои там к западным границам. Ну, может, не Литвек, Польша, но все равно это наша общая реакция, это наша общая граница. То есть мы никогда не понимаем, то есть с нашей стороны Белоруссии никто не угрожает, а у них риторика, якобы там уже Литва готовит напасть на Беларусь. Это полнейший абсурд, если так посмотреть, даже соотношение сил, если посмотреть чисто там литовских. Мы не можем не реагировать на то, что происходит на Украине, в самой России, тем более Беларуси соседние, потому что и Литва, и другие страны Евросоюза, мы заинтересованы в общей зоне безопасности. Это относится и к Молдове, у вас конфликт. И мы видим, какой резонанс, если какие-то волнения начинаются, значит, в Восточной Украине, тут уже сразу у вас в Приднестровье какие-то военные учения начинаются синхронно. То есть это как это все связано, как паутина единая такая. И мы бы хотели, чтобы была разрядка. То есть мы за того, чтобы не было очагов напряжения. И именно одна из функций НАТО тоже превенция любых каких-то конфликтов, напряжений и расширение зоны
безопасности. Поэтому мы предлагаем и Молдове разные виды сотрудничества. Это не только милитарные, не только какая-то оборона военная. Это и разные гуманитарные форматы. Уничтожение пестицидов, например, в Молдове. То, что НАТО предлагает программу. Есть много других программ. Опять же, обучаются молдавские офицеры у нас. Программа младшего офицерского состава тоже из Литвы там обсуждается. То есть любые волнения, которые в нашем соседстве, прямом соседстве, как сказали, Беларусь или Украина, не могут нас не волновать, потому что мы действительно чувствуем зажаты между Калининградской областью, областью Восточной Пруссии бывшей, и с другой стороны Белоруссия, то есть Россия слева и справа, то есть и то, что значит, какие агрессивные действия происходят, скажем, начиная от Крыма, Украины. Это реально, что мы должны как-то реагировать и просить и помощи, и какие-то сдерживающие меры предпринимать. А белорусским жителям, конечно, мы желаем, чтобы демократия как бы и верховенское право у них восторжествовало, как бы, и мы всегда готовы помочь и поделиться своим опытом. Литовское посольство в Молдове является также точкой по связям с НАТО. Что означает эта миссия для вас и для посольства, и в чем она состоит? Действительно, часть нашей деятельности занимает то, что мы являемся контактным посольством НАТО, так как Молдова страна нейтральная, не входит в НАТО. Наша функция является такой, как общественной дипломатии. Мы объясняем жителям Молдовы, вашему гражданскому обществу, что же такое НАТО. И это надо объяснять, потому что до сих пор некоторые смотрят на НАТО как какую-то агрессивную структуру, есть стереотипы какого-то прежнего мышления. Но уже Литва НАТО, уже мы НАТО, уже Литва НАТО. Другие балтийские страны НАТО. Эстония, Латвия. Да, и весь пояс бывшего социалистического блока Варшавского пакта, уже многие страны бывшие социалистические, они уже в НАТО. Ваша сеть Румыния НАТО. И вы видите, что мы являемся мирными странами. То есть у нас нет никаких-то там претензий друг к другу. То есть, и нет никакой общей армии НАТО. Есть армия, составленная из армий национальных. Каждый имеет свою какую-то маленькую армию. Там у нас там вообще 15 тысяч, наверное, там даже может быть меньше. То есть это скромные какие-то армии, но общий зонтик уже дают составляющую. В случае того, что если на нас кто-то агрессию. Конечно, надо объяснять, что такое НАТО, потому что в контексте общей изменившейся ситуации безопасности в мире, в регионе, мы видим, что усиливается агрессивная пропаганда, усиливается так называемый фейк-ньюс, это дезинформация против отдельных стран, даже внутри страны это всплывает. И скажем, если у нас в Литве есть какая-то там устойчивость к дезинформации, потому что мы как бы, если так можно, закаленные, мы видим, что другие может, страны легче поддаются внешнему влиянию. Но это все связано, может быть, с дестабилизацией каких-то внутренних сил, дестабилизацией политики. И, опять же, мы готовы, как Литва, как член НАТО, тоже и с Молдовой поделиться, как бороться с этими фейк-ньюс, дезинформацией, с вражеской пропагандой. Кстати, мой следующий вопрос именно об этом. Какие инструменты используются в Литве, и которые, на ваш взгляд, уже зная как бы здешние реалии, могли бы быть использованы? Потому что для того, чтобы победить страну, сегодня не обязательно действовать военным путем. Да, то есть гибридные войны с 2014 года указывают на то, что средства, которые цифровые, они иногда даже более действенные. И среди них и дезинформация, и пропаганда и так далее. Действительно, это вы затронули важнейшую тему, потому что мы, конечно, говорим о нашем регионе, о Литве, о Молдове, о наших соседях, но гибридные войны, кибернетические атаки, они во всем глобальном мире. И в Восточной Азии мы постоянно видим конфликты. И, скажем, в сети Японии взламывается, там, скажем, Северная Корея, ну и так далее. Десятки примеров. И в США мы видим вмешательство извне через кибернетические какие-то сети, электронные сети. То есть и страны обвиняют друг друга в вмешательстве в выборы и так далее, и так далее, и так далее. И именно Литва, для нас это не было, конечно, новшеством. Уже когда мы выбирали свой путь, как мы начали наш разговор в 90-м году,
мощная была, значит, информационная обработка жителей Литвы, пропаганда, что никуда не вступаете, что без России вы пропадете, не выходите из Советского Союза. Ты начинались с блокады экономической. И то есть, ну, как говорю, опыт уже послевоенный, то есть наши деды и отцы, как говорится, мы знали, что такое, значит, внешняя пропаганда, как нам пытались, значит, ненастоящие ценности какие-то просунуть. И когда мы вступали в НАТО в Евросоюз, уже конкретно в 2004 году, это вторая порция была, потому что мы голосовали, тоже пытались обработать, что куда вы идете, вы пропадете и так далее. А результат обратный, Литва процветает, Литва безопасная. И наш опыт, то есть борьбы с внешним угрозами, у нас не внешние. Мы понимаем, откуда они приходят и как их отбить. У нас и в министерствах есть департамент стратегической коммуникации. Отдельно есть центры, которые выискивают, значит, фейк-ньюс, так называемые, дезинформацию, и объясняют жителям, что это неправда, неправда. И действительно, когда мы попросили, скажем, приехать к нам, значит, в соседние страны НАТО, чтобы там какой-то батальон разместить, сразу получилось, что там какой-то немецкий танк сбил девушку, или там кто-то еще там что-то неправильно сделал, там побились. Потом выходит опровержение. Тема распятого мальчика, да? Да, вот что-то такое. Потом выходит опровержение, но опровержение уже считает намного меньше людей, чем это распространяется волнами уже не только на Литву, уже на другие страны, понимаете, выходит. Что такое в Литве происходит? И каждый раз опровергать тоже очень, очень сложно. И взламываются в наши сети постоянно, и в служебные сервера взламываются. И, с одной стороны, и у нас и выделяются средства на это на правительственном уровне, как говорил, департамент работает в министерствах. А с другой стороны, у вас есть общественные организации, которые успешно с этим борются, которые сами выискивают и делают опровержение. Так называемая ELF, у нас есть такая группа, которая смотрит, где что-то неправильно написано, и сразу пытаются опровергать. Они работают с другими, значит, странами, соседними странами, с Польшей, или с Латвией, или с Чехией, так значит, потому что не только Литва подвержена. Но у нас легче, как бы, мы видим, что это идет извне. В случае Молдовы я вижу, что они, эти, значит, дезинформация изнутри выходит и снаружи. То есть у вас, значит, очень сложно распознать, где там что-то хочет, какое-то влияние оказать, понимаете? Но мы готовы поделиться. Мы готовы поделиться. Я знаю, что вашим организациям интересен наш опыт. Мы даже, Литва, у нас есть много проектов, значит, развития для сотрудничества. Мы поддержим ваши неправительственные организации для усиления вашего гражданского общества. Мы поддержим тоже такие организации, которые у вас уже начинают тоже бороться с дезинформацией и вражеской пропагандой. Скажите, пожалуйста, недавно Соединенные Штаты объявили о инициативе CyberFlag. А Литва вошла туда или намеревается войти? Что это будет такое? Действительно, у нас очень хорошее сотрудничество со многими партнерами в группе Евросоюза, в группе в НАТО, то есть в других международных форматах, в том числе и США является одним из наших стратегических партнеров и гарантов безопасности, так как это самая большая страна НАТО с самым большим бюджетом. 78% общего бюджета НАТО, то есть, ну, не общего, а стран бюджета НАТО, это США, это 750-800 миллиардов долларов по сравнению с другими, то есть это мы являемся там микроскопически ничтожны. Но именно сотрудничество в области кибернетических угроз у нас оно не новое, оно продолжается. Эта инициатива только усилит наше сотрудничество. Хотелось бы в рамках нашей сегодняшней дискуссии поговорить хотя бы немного о двухсторонних отношениях. Литва практически всегда после развала Союза поддерживала Республику Молдову и особенно ратовала за ее европейский выбор. Так было с 2004 года, особенно когда Молдова заявила о своем европейском выборе, и особенно после 2014 года, когда было подписано соглашение об ассоциации свободной торговой зоне. И это были не просто слова, это были проекты, которые были реализованы здесь, будь то в форме твиннинга, будь то в форме просто финансовой или консультации и так далее.
А в этом контексте, вот если сделать такую небольшую ретроспективу, как вы думаете, какие из литовских проектов имели наибольшую отдачу, изменили что-то в определенных областях и какого рода были изменения? Наше общее прошлое как бы обязывает нас поделиться уже нашим современным опытом. Как мы вступали в Евросоюз, это именно вот сейчас для Молдовы это как бы очень актуально. И мы очень рады, что именно Молдова очень часто выбирает партнеров для проектов твиннинга, для советников высокого уровня Евросоюза, экспертов из Литвы, нашей институции. Больше 12 проектов твиннинга мы уже имплементировали и продолжаем осуществлять в Молдове в разных секторах. И это и полиция, и прокуратура, центральный банк, таможня, АНСА. То есть практически во всех секторах вы можете найти литовские институции и литовские эксперты. Я очень рад, потому что я знаю, что ваша сторона именно ценит наш литовский опыт. Мы хорошо друг друга понимаем. Нам не нужен переводчик не то, что в языковом смысле, но в понимании самой проблемы и к чему надо идти. Те рекомендации, которые Евросоюз дает, в частности, может быть, литовские эксперты, которые являются уже экспертами Евросоюза или по твиннингам нашей институции, эти рекомендации высоко ценятся, но в связи с пертурбациями политическими какими-то в последнее время в Молдове и перемена правительства, перемены политического, партийного уровня, то есть постоянные выборы, и, может быть, где-то нежелание предшествующих правительств где-то ускорить эти реформы. Мы слышим очень много высказываний Евросоюза, недовольства, что реформы задерживаются. И действительно, я очень рад, что вот и новый президент Майя Санду приоритетом выделил борьбу с коррупцией, правовую реформу. Это позволит и восстановить доверие народа к правовым институциям, государственным институциям. Это очень надо. За этим пойдет, конечно, и привлечение инвестиций. Любая стабилизация, наверное, будет и позитивно влиять на экономическое развитие страны. А мы фокусируемся как посольство, мы тоже более сотни проектов внедрили. Наш приоритет, конечно, усиление гражданского общества, один из приоритетов, помощь каким-то молодежным проектам, это и усиление возможностей приобретения профессии какой-то, создать свою, может быть, фирму для молодежи. То есть поделиться опытом, как в Литве стартапы делаются. И, конечно, в последнее время мы были Евросоюз, Литва, обращали внимание, один из приоритетов было усиление независимой медиа. Мы поддерживали разные и каналы, или другие медиа-издания, усиливали независимую медиа, потому что эта проблема широко распространяется. Это не только проблема Молдовы. Это везде, пресса является четвертой властью, и демократия напрямую связана с независимой прессой, с свободным словом. То есть свободное слово, права человека, то есть усиление гражданского общества. Литва уже стала донором, и мы оказываем помощь разным государствам, прежде всего Восточное партнерство государствам, зеленой энергетике. И вот недавно мы тоже, посольство Литвы, я был на открытии солнечной электростанции на колледже. Колледж находится в Камрате, то есть это подарок Литвы уже Молдове, уже, конечно, конкретно технические проекты какие-то. Кстати, о Гагаузии. Я знаю, что сложились очень хорошее сотрудничество с этой автономией. С одной стороны, все знают, что жители этого региона в большинстве своем имеют другие геополитические предпочтения, нежели европейские. С другой стороны, я понимаю, что если Евросоюз или страны-члены Евросоюза обошли бы стороной этот регион, это обозначало бы разделение страны. Вот как все-таки граждане остальной части Молдовы должны относиться к этой помощи Евросоюза этому региону? И каковы вообще, на ваш взгляд, факторы, которые могут помочь убедить людей в правильности, европейского выбора? Актуальный вопрос, действительно, мы знаем и как голосуют, отдельные области. И я сам, как посол, не выделяю каких-то отдельных регионов. Я бываю в разных регионах, на севере, на юге, на востоке, на западе. И Молдова действительно очень разнообразна, и слышу разные языки, и разные культуры переплелись, очень богатое наследие, культурное, историческое. Но для нас Молдова едина. И мы то, что мы предлагаем именно Молдове.
то, что какой-то проект выигрывает Гагаузия, я еду на открытие, это как бы даже комплимент именно администрации Гагаузии, что они более активные, более ищут, пишут эти аппликации и выигрывают нашу помощь. Мы предлагаем всем, то есть в данном моменте я бы даже сказал, что Гагаузия была где-то более активной. Действительно, нам интересно ознакомиться, где проблематика. Мы едем там, где немножко более проблематично видим, или в развитии-то что-то остается, или от общего вектора развития и политического, и геополитического где-то отличается. И что мы хотим сказать? Мы никогда не вмешиваемся, как мы раньше говорили, во внутренние дела каких-то стран. Но своим примером мы показываем, чего мы достигли, и что может дать Европа, скажем. А уже право жителей Молдовы выбирать, куда ваш путь. И действительно, Молдова меняется, ваши жители меняются. Выборы президента показали, какие преференции, новые преференции значит, у жителей Молдовы. То есть большинство голосовало за проевропейского кандидата. Сама Молдова меняется, и менталитет меняется. Все, уже вы ближе не только, скажем, там, экономически или там, по интеграции, но уже ближе, потому что большинство выбирает как бы европейский путь. Выборы это показывают. Я знаю, что у вас недавно относительно была встреча с генеральным прокурором Александром Стояноглу. На ваш взгляд, вот в результате этой беседы, в результате того, что появляется в СМИ, как вам кажется, что продвигается реформа в юстиции, каковы главные барьеры, какого они характера, объективные, субъективные? Действительно, была очень содержательная беседа. Обсудили многие сектора развития и Молдовы, и европейской помощи, и в частности, литовской помощи. Как я говорил, именно в правом секторе было большинство наших твиннингов. Литовские институции, министерства значит, проводили твиннинги с вашим департаментом полиции, академией полиции, прокуратурой антикоррупции. То есть и именно поэтому мы как бы, может быть, глубже где-то понимаем какую-то проблематику, где-то какой-то застой мы видим, наверное. И мы заинтересованы и в независимости судов, и в объективности судов, и в ускорении правовой реформы. И видим, где она там задерживалась, и какие были пертурбации именно в секторе юстиции у вас. Сильные пертурбации были, мы этим были тоже обеспокоены. Мы это не только Литва, это Евросоюз, наверное. И господин Михалков очень много раз высказывался, делал какие-то замечания, что, значит, с одной стороны, Евросоюз, мы же помогаем, и Молдове, значит, мы обязались помогать, и макрофинансовая, и экспертную помощь, но, с другой стороны, и Молдова обязалась какие-то домашние работы делать. И то, что вы делаете, но не доходит до конечной имплементации, то есть этих законов, и тоже надо это как преодолеть. Но мы видим, что как бы новый курс в последнее время, именно приоритет реформы юстиции, и президент об этом заявил, борьба с коррупцией, и, значит, тоже связано с реформой, с другими реформами. Но прежде всего, вот, реформа юстиции, я думаю, что это то, что может дать значит, быстрый толчок для развития Молдовы, для восстановления и доверенности госслужбам, и для значит, гарантии верховенства права самой Молдове. И последний вопрос, господин посол. Что означает быть европейским государством или гражданином Евросоюза? Многое, конечно, означает. Многое означает. Мы, может быть, даже и не чувствуемся внутри, что мы где-то так изменились. Так я когда смотрю уже на своих детей, скажем, да, и дочь закончила в Лондоне, вернулась, очень рад, что вернулась, потому что миграция тоже проблема. Сын закончил тоже в Великобритании и университеты. То есть и молодые, вот у меня четверо как бы детей, уже и средний мальчик уже катается по всей Европе, смотрит там, где учиться, где чем заняться. То есть Европа прежде всего это свобода движения, свобода обучения, свобода мысли, свобода слова. И вот этими свободами мы начали пользоваться. Может быть, мы уже не ценим то, что ценят другие, это стало для нас естественно. Но быть европейцем это значит и свободно мыслить, и делать то, что ты хочешь, как бы, и использовать возможность огромного рынка. Это рынок 500 миллионов людей. И опять же, мы привлекаем к этому рынку через договор об ассоциации и Молдовы, наших соседей. То есть быть европейцем это значит иметь возможность развития и внутреннего, и как стране, и так общего. Спасибо. Я вас благодарю за это очень интересное, на мой взгляд, интервью. Поздравляю вас с Днем Европы. Благодарю
посольство. Благодарю литовское правительство, литовских граждан за ту постоянную помощь, которую оказывают нашей стране. И желаю вам всех благ. Stimați telespectatori, aici ediția noastră s-a încheiat. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă urăm sănătate, sărbători fericite!